Так, тема моего доклада сегодня — использование свободного ПО для разработки средств моделирования сетевых моделей сложных систем. Небольшое предусловие. Сетевые модели — это сети Петри. Если кто не знаком, то это математический аппарат, позволяющий моделировать динамические дискретные системы, и представляет собой двудольно ориентированный мультиграф. Я разрабатываю ПО, у которого рабочее название GPTN. Это такое временное название. Написан он на языке Rust и C++. Позволяет моделировать параллельные процессы, моделировать системы с распределенными ресурсами, анализировать тупиковые ситуации в параллельных процессах и синтезировать новые вычислительные структуры. Если пройтись вкратце по каждой из возможностей, то параллельные процессы и системы с распределенными ресурсами сейчас используются повсеместно. Это, можно сказать, многопоточные приложения. В них могут происходить тупиковые ситуации, которые называются дедлоками. А вот синтез новых вычислительных структур — это, так сказать, новый алгоритм в сетях Петри, позволяющий находить оптимальные вычислительные структуры из уже имеющихся. Задачи, которые стояли при разработке данного программного обеспечения, это обязательно кроссплатформенность, графический интерфейс, без него никуда, как рисовать графы. Набор методов для задания сетей Петри или по-другому сетевых моделей. Их существует два способа, это графический и матричный. Также возможность визуализации сетей Петри, методы их анализа. На данный момент это построение дерева достижимых разметок в сетях Петри и анализ их на основе решения системы линейных алгебраических уравнений. И, как уже упоминалось выше, синтез новых вычислительных структур. Графический интерфейс. Так как ПО позиционируется как кроссплатформенная, следовательно, платформозависимые инструменты, такие как WinAPI и какого от Windows и Apple, соответственно, не подходят. Выбор падает на кроссплатформенные инструменты и фреймворки, такие как Qt, GTK+, и VX. Почему именно на них? Потому что ПО написано, как уже упоминалось, на C++ и Rust. Сразу скажу, выбор пал на Qt. Он более удобен в использовании, и у меня с ним больше опыта. А вот если почитать от GTK, то, например, под Windows он не очень хорошо оптимизирован. Про VX Widgets я ничего не могу сказать, так как ими не пользовался. Но, в принципе, как альтернатива могла бы подойти. Визуализация сетевых моделей. Так, разрабатывая графический интерфейс, выбрав фреймворк Qt, следующая задача стояла визуализировать сетевые модели. Как я уже раньше говорил, задавать сетевые модели можно двумя способами. Графически — это когда интерактивно можно расставлять вершины и соединять их. Или матрично — это когда задается матрица инцидентности этих сетей. Как нам говорит Википедия, визуализация или отображение графов — это такое ответвление в теории графов, которое позволяет с помощью геометрии топологии отображать на двухмерной плоскости графы. И на данном слайде представлено матричное задание сети Петри. Если расположить, так скажем, в каком-нибудь порядке простым алгоритмом, описанным алгоритмом, то получится какая-то билиберда. Вот. И, так сказать, посмотрев в интернете из открытого ПО, которое распространяется по свободным лицензиям, существует множество вариантов. Но выбор пал на одно из них — это GraphViz. Он, в принципе, является не динамическим, а статическим визуализатором и реализует множество алгоритмов. Но выделить хочу 4. Это DOT-алгоритм, NEATU, FDP, то есть Force Directed Placement, расположенный на основе сил, и Scalable Force Directed Placement. Это то же самое, что Force Directed Placement, но более для больших графов. DOT, он иерархически визуализирует графы и предназначен для ориентированных. Все остальные, которые представлены здесь, хочу отметить, они больше на неориентированные графы. Но они тоже подходят. Я проводил, так сказать, множество экспериментов, как отображаются сети Петри в зависимости от алгоритма. И DOT больше всего подходит для линейных сетей, которые не имеют циклов. А остальные алгоритмы хорошо подходят, когда встречаются циклы в сетях, особенно если они большие. И вот, когда это показывалось из некоторой непонятной визуализации с помощью использования библиотеки GraphViz, а в данном случае алгоритма FDP, мы получаем нечто прекрасное, удобно читаемое, можно спокойно понимать, видеть связи вершин. Вот. Значит, с визуализацией разобрались. Дальше.
Следующим модулем стояло анализировать сети на основе решения систем линейных алгебраических уравнений. Да, потому что сначала нужно было визуализировать. А почему именно на основе решения SLAW следующим этапом шло в разработке? Потому что это такое экспресс-тестирование для сетевых моделей сложных систем, которое позволяет определить, что сеть является последовательной, то есть все переходы в сетях Петри, ну, дерево достижимых разметок содержит все переходы, то есть все переходы срабатывают. Сеть является инвариантной, сумма меток во всех позициях одинаковая, живая ограниченная, она одновременно последовательна и инвариантна, либо сеть тупиковая, она непоследовательна, существуют такие переходы, которые могут не сработать. Чтобы реализовать данный модуль, нужно решать систему линейных алгебраических уравнений. Есть один нюанс. Это любая система линейных алгебраических уравнений, программирование обычно решается с помощью матриц в основном. И для этого была выбрана библиотека OpenBLAS. Она имеет функционал, который реализует базовые подпрограммы линейной алгебры. Она же оптимизирована под разные архитектуры и виды процессоров, в отличие от ее предшественника. Это библиотека LAPACK. Она написана была на Fortran и C еще давно. И OpenBLAS — это такая замена, альтернатива. И ну, позволяет работать с матрицами. Дальше. После как я реализовал модуль решения систем линейных алгебраических уравнений для анализа сети Петри, я перешел к следующему более сложному алгоритму. Это синтезу новых вычислительных структур, в котором используются сторонних зависимостей довольно много. И сейчас обо всех поговорим. Что из себя представляет синтез новых вычислительных структур? Это вот есть такая структура. В принципе, разбираться вам не надо, я скажу, что это умножение матрицы на вектор. И каждый прямоугольник здесь обозначает некоторый процессорный элемент, который представляет собой сложение и умножение элементов по индексам в матрице. А вот что можно получить. Здесь мы видим, что количество процессорных элементов уменьшилось. Следовательно, простой тех элементов, вернусь на слайд, простой тех элементов в системе тоже уменьшился. И количество выделяемых ресурсов для решения задачи тоже был оптимизирован. Но это один из возможных вариантов. Вариантов для таких сетей существует большое количество множества. Это экспоненциальная степень. Как происходит синтез новых вычислительных структур? Сначала происходит декомпозиция на линейно-циклические линейные фрагменты, потом строится примитивная система, ищется центр преобразования из примитивной системы в линейно-базовую. Вычисляются программы синтеза, задаются метрические шкалы и отображаются синтезированные структуры на графике для того, чтобы уже проводить анализ и выбирать те структуры, которые более оптимальны для использования там, в проектах. Тут я выделил красным вычисление программ синтеза. Это тот алгоритм, который является очень сложным. Его трудность оценивается как NP сложная задача. И вот почему. Поиск всех возможных. Суть алгоритма — это найти все возможные сочетания комбинаций вершин без пересечения. То есть нужно найти все возможные сочетания от двух до количества вершин, а потом из этих сочетаний составить еще сочетания. Сложность алгоритма, как я уже упомянул, высокая. А тут почему-то на слайде не отобразилось. Она экспоненциальная, то есть 2 в степени n, где n является это количество вершин и количество позиций и переходов в сети. И замеры по производительности. Тратится более 30 минут при 12 вершинах в однопоточной программе, а потребление памяти оценивается как 2 в экспоненциальной степени, тоже от n, где n — это сумма вершин и количество вершин, количество позиций и переходов. И это все еще умножается на ту же сумму количества вершин и переходов. И тратится более 4 гигабайт памяти при 28 вершинах в сети Петри. Что не очень-то и приятно. Решение. Решение было простое. Это увеличение производительности и уменьшение потребления памяти. Оно состоит в постраничном вычислении программ синтеза. То есть это мы увеличиваем производительность, то есть пользователю не придется долго ждать для вычисления всего объема всех возможных программ синтеза и уменьшения потребления памяти. В страницу примерно должно входить от 1000 элементов и до 10 тысяч, не более. Это самый оптимальный вариант. Фильтрация программ синтеза с помощью экспертных систем — это когда задаются системы, которые говорят, что такие ситуации синтеза невозможны. Они задаются еще перед началом синтеза.
и распараллеливание алгоритма поиска программ синтеза. То есть нужно алгоритм этот распараллелить, потому что иначе будет плохо. На одноточном процессе, как я уже говорю, 30 минут при 12 вершинах — это слишком долго. Как можно распараллелить? На CPU многопоточно. Можно. На GPU с помощью, так как GPU является SIM-технологией, то есть Single Instruction Multiply Data, вот, или многомашинный комплекс. Нерентабельно, потому что ПО распространяется на конкретные девайсы, ну, то есть на любом компьютере может быть запущено, и как его строить, многомашинный комплекс, да и, собственно, никак. Чем можно решить? Ну, для параллельных вычислений существует множество библиотек, такие как, например, CUDA, но подходит только для NVIDIA. Metal существует только под macOS и используется в языке Swift. Vulkan API, OpenGL уже близко, но это все относится к графике. И остается OpenCL. Он подходит под все видеокарты, а также позволяет вычислять на центральном процессоре. OpenCL написан на языке C, является полностью открытым стандартом, позволяет вычислять на различных графических параллельных процессорах. Сегодня в этом докладе я не буду говорить о самом алгоритме, как он реализован, потому что он еще не до конца реализован. Это вообще отдельная тема отдельных конференций по алгоритмам. Вот. Но выбор пал именно на OpenCL. И немного других зависимостей, которые используются в программе. Это Qt Advanced Docking System. Это функциональная система стыковки окон программы, написанная на Qt. Это могли видеть, когда использовали, например, Visual Studio. Там могли перемещать любые компоненты окон в разные места программы, совмещать их по вкладкам, разделять их там квадраты на сетке. И Qt Advanced Docking System позволяет что-то нечто подобное. IndexMap — это хэшмап с индексами. Эта библиотека предназначена для Rust. Она очень хорошо позволяет сохранять у хэшмап индексы. То есть хранит еще не только сам хэшмап, где все рандомно хранится, в зависимости от ключ значения, но при этом можно обратиться к каждому значению по его индексу. LibC — это биндики к системным библиотекам, потому что, как я уже сказал, написано ПО на C++ и Rust. И два этих языка нужно было объединить, и объединено это с помощью FFI. И NDRA или NALC — это обертка как раз над о том, что я говорил, над OpenBLAS библиотекой, которая позволяет работать с линейной алгеброй. Здесь я представляю полезные ссылки. Вы можете ознакомиться с каждой зависимостью, которая используется. Все эти зависимости распространяются по свободным лицензиям. Также здесь есть ссылка на мой проект. У меня все. Коллеги, вопросы будут? Вижу. Сейчас попробую добросить. А вы можете переключиться на слайд, где умножение вектора на матрицу? Да. Вот смотрите, этот слайд, он просто на первый взгляд очень хорошо ложится на SIMD. Да? Это мы параллельно делаем… Это как раз и есть SIMD. Да. А теперь следующий слайд, вот где вы оптимизировали. Я вижу стрелочки туда-обратно, это ифы или что это такое? По сути, нет, это даже for. Тут это форы идут, это не if, это форы. Это форы. То есть мы. То есть ветвления у вас нет здесь, да? Да, то есть вот те элементы, по сути, не простаивают. Uh-huh. То есть это вот в SIMD 9 выделить 9 как нитей, потоков. Uh-huh. Вот. И все начинается, вот синим треугольником обозначено то, откуда входы идут. Uh-huh. И вот представьте, вот видите, B1.1, да, и C1.1. Это вот стартовое. То есть активируется в первый такт. Только седьмой этот прямоугольник, uh-huh. процессорный элемент. И дальше все это идет по диагонали вверх, вот так, активация их. Uh-huh. И следовательно, пока седьмой активируется, остальные простаивают, потом активируется четвертый, восьмой, остальные простаивают, и вот так далее, по нарастающей как бы. Uh-huh. А здесь тоже существует простой, но он минимален. То есть активируется седьмая, потом… Все, я понял диаграмму, спасибо. Uh-huh. Еще вопросы? Поблагодарим докладчика.